Например, вот ситуация со словом, которое уже знаете, с рэперами. Их прессуют, разгон концертов. Вы что, сомневаетесь в моих способностях? Нет. Значит, слово, которое вы теперь знаете. Но я и раньше знал. У меня в числе моих доверенных лиц тоже рэперы были. Тимати, а как же? Ну, вот он весь этих. Да, именно такой. Расписанный такой. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный.